Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 20 августа». В Одессе в 14.14 началась воздушная тревога. Спустя некоторое время, буквально 5 минут назад, появилась информация о запуске ракет морского базирования типа «Калибр» с малого ракетного корабля «Буян-М». Просьба всем, кто меня смотрит, лучше пройдите в укрытие, потому что опасность нанесения ракетного удара очень высокая. Напомню, что во время предыдущей воздушной тревоги также был запуск ракет «Калибр», и все 4 ракеты были сбиты над Днепропетровской областью. Будем надеяться, что и данные ракеты будут сбиты силами нашей противовоздушной обороны, но все-таки, еще раз повторюсь, лучше пройти в укрытие для того, чтобы находиться в безопасном месте. Я на связи, как информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока!